Здравствуйте! Подпишитесь на канал, ставьте лайк. Я буду очень благодарен. В описании под видео есть видеоуроки про крышу. Заходим подать. Нажимаем сдать в аренду. Выбираем дом. Если вы хотите выбрать по часам, посуточно, на длительный срок, выбираем количество комнат, цена в тенге, тип строения, кирпичный, панельный, монолитный, деревянный, выбираем код постройки. Количество этажей. Общая площадь дома. Можете написать жилая площадь, площадь кухни, площадь участка, как огорожен участок. Состояние дома хорошее, среднее, требует ремонта. Свободная планировка, черновая отделка, недостроен. Так, если есть телефон, выбираем интернет. Выбираем санузел, если есть. Во дворе два санузла и совмещенный, раздельный. Канализация. Центральная, есть возможность подведения, септик. Выбираем. Питьевая вода, центральное водоснабжение, есть возможность подключения, скважина. Электричество. Выбираем. Без электричества. Так, отопление на газе, на твердом топливе, на жидком топливе, смешанное, центральное. Так, газ магистральный, автономный. Покрытие крыши можно написать, высота потолков. Безопасность, сигнализация, решетка на окнах, видеонаблюдение, домофон, видеодомофон. Круглосуточная охрана, выбираем. Что-то еще вы можете дополнительно указать. Веранда, хозпостройка, бассейн, сауна, навес. Нажимаем ОК. Если еще что-то хотите добавить. Вся бытовая техника. Семейным, на длительный срок, удобно под офис. Кондиционер, бильярд, джакузи. Можете текст объявления дополнительно добавить. Нажимаем «Далее». Обязательно добавляйте больше фотографий. Выбираем свою. Район. Пишем улицу. Можно написать номер дома, перечислим улиц, нажимаем «Далее». Так, все проверяем, номер телефона. Если вы хозяин, то галочка будет пусть стоять. Вводите реальные данные, вымышленные имена не пройдут проверку. Нажимаем «Отправить». Вы можете продвигать объявление. То есть 15 просмотров в месяц. X5 просмотров, 7 дней активного продвижения, каждый день поднятие в топ, каждый день горячая, зеленая покраска. Вы можете по отдельности, то есть платные услуги помогут продать быстрее. Горячий, срочный торг, подать без продвижения, если не хотите ничего покупать. Объявление на проверке. Покупатель увидит его сразу после проверки. Это в среднем 5-15 минут. Нажимаем «Перейти в личный кабинет». После одобрения вам придет такое сообщение. Объявление прошло модерацию. После проверки модерации вы можете редактировать что-то, если хотите изменить. Архивировать. Поделиться. Можно посмотреть подробную статистику. Звонки. История продвижения. Вот, например. 106 просмотров. 15. Посмотрели объявление. Вот.
Ставьте лайк, подпишитесь.